Итак, внимание, дамы и господа. То, что просила сделать меня Собчак на премии Муз-ТВ, я буду делать сейчас сам. Это котест в прямом эфире. Зачем я это делаю? Потому что люди, смотря на меня, думают, что я котиками. Они не верят, что можно быть счастливым без веществ. Я сразу им сказал честно, что да, я покупаю травку там, где это можно. Потому что, ну, схуяли вы меня будете осуждать за то, что я делаю то, что мне можно. А насчет всего остального узнаем сейчас. Сейчас я буду ссать в стакан. На стриме. Да, мне не стыдно это делать. Ой, блядь. Ну вот, я нассал в стакан. Я вам это показываю. 182 тысячи смотрит на мою санину в стакане. И опускаем эту темочку. Две полоски. Нету наркотиков. Одна полоска есть. Две полоски везде. Кроме травы, да, я покуриваю. Так что, ребята, ебаный в рот. Если вы думаете, что вот таким охуевшим типом можно быть только под котиками, вам пора что-то менять в вашей голове, блядь. Иначе вы так и будете дальше грустно сидеть и думать, что без котиков вы никогда веселыми не будете. Охуенно в стакан нассал.